One moment. Привет! Сегодня у нас последний день весны. Завтра нас ждет лето. О погоде особо не скажешь, потому что ветрено у нас, так немножко прохладно. Я подверз. Еще кто особо внимательный, заметит, что я сегодня разговариваю с таким с хрипотцой. Да. Кто-то сходил нагулялся, напелся, наорался. А что я пою? А я пою рок. И не только. А сегодня на мне сапожки из черной натуральной кожи свиньи, черные матовые. Обратите внимание, как у нас здесь выбит рисунок насквозь. Видно? Размер на мне сегодня 38. Ну надо же, встретил своего первого парня, с которым встречалась. Серьезно, да? Мы дружили с ним в школе. Года полтора, наверное. Да. Интересная была история. Я, между прочим, довольно-таки хорошо училась, но его мама была преподавателем математики. И почему-то я ей не приглянулась. И поэтому, собрав педсовет, решили меня учителя закнокать. Ну, им это не удалось. Я такая девушка с характером, наверное, поэтому и не понравилось. Насколько я знаю, он потом пожалел, что послушал маму. Не будьте маменькиными сынками. Вот так. И будет вам счастье. У каждого должно быть свое мнение.